Азербайджанский народ многонационален, за это мы ценим его мультикультурализм, его глубокую душу. И вот то, что в рядах вооруженных сил и даже добровольцами были и русские, и евреи, и лезгины, и украинцы, это было отмечено и нашим президентом. Это произошло потому, что этот народ един. Этот народ, как бы вам сказать, настолько другие национальности ценят, уважают вот эту, этот мультикультурализм, эту душу азербайджанского народа, что они, невзирая ни на что, ни национальность, ни на вероисповедание, они пошли освобождать эти территории. Среди них много погибших, среди них есть воины, которые прошли от начала до конца, награждены медалями. И самое главное, что и президент, и весь наш народ чтит память шахидов и как может помогает им. Во всех районах проходили, наверное, вы знаете, проходили дни памяти, где выражали соболезнования, чтили память этих шахидов. Народ никогда не забудет о них, о том, что они сделали для всего нашего государства. Я хочу вас сегодня, вас и весь народ поздравить с этим замечательным, светлым праздником победы в Отечественной Карабахской войне и пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы никогда азербайджанский народ не знал слова «война». Но в то же время мы готовы всегда дать отпор, потому что наши вооруженные силы, которые, в общем-то, сцементировал наш верховный главнокомандующий, они готовы дать отпор любым провокациям, армянским или каким-то другим. Мы готовы на защиту нашей Родины. Вечеру 27 числа сентября нас распределили по машинам, и мы отправились. К сожалению, я не знал, куда именно, в каком направлении мы движемся, но ближе к утру мы уже приблизились к Талышу. Ну и оттуда началось мое путешествие, вот, скажем так, да, по нашим захваченным территориям. Я повидал мало, к счастью. Вот, но зрелище из не, слабо, не для слабонервных. Ну, самое главное, мы победили. Эта победа, не сказал бы, что была легкой, но мы знали, что мы победим, потому что враг был, если честно, слабым. 27 числа я был уже в Тартаре. С Тартара начал, пошли у нас бои в сторону Дашалты, Тапкарагойну, Мадагес, Талышкян, Сугоушан и так же дальше. Я закончил, можно сказать, Лачином. И с Лачина я вернулся домой. Я просто сам по своему хотению ушел на войну. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.